Здравствуйте. Минуточку. Вы кого-то ищете? Вы плохо видите? Спасибо, я постою. Так он еще и глухой. Лихой. А как же? Когда Колчак пришел, я еще мальцом был. Так мамай наказал мне жеребца нашего в лесу спрятать. Вы что хотели, дедушка? Девушка? А как же, было. И не одна. Помню раз на класс. Вот об этом не надо. Стадо? Большое было стадо. У нас самих 3 коровы было. Ночка, Майка. Да при чем тут коровы? Здоровые. Только ноги малость подводят. А так, слава богу, не жалуюсь. А вот бабка моя совсем хворая. Я сюда затем пришел, чтобы себе справно женщину присмотреть. Здесь вечеринка, дедуся. Дуся? Ну давай, Дусю. Дедуся. Лишь дедуся. Бы было тут-то и тут-то было, за что подержаться. Ну что вы, дедушка, здесь только Люба. Она гость и замужняя. Значит, подержаться нельзя? Ни в коем случае. Ну хоть поздравить-то. Всех можно, раз у вас праздник? А вот это, пожалуйста. Чтоб была у вас всегда и одежда, и еда, чтобы жили вы богато, как большие господа, чтоб в лесу полно грибов, а в деревне мужиков, чтобы девки в ентом годе наловили женихов, чтоб у баб мужья не пили, чтобы крепче вас любили, а кому же не в мочь, я всегда могу помочь. Прощевайте, люди добрые, пошел я. За деда!